Госсекретарь США Джон Керри перед своей поездкой на Ближний Восток встретился сегодня в Берлине с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху. Они собираются обсудить пути урегулирования последней волны насилия, начавшейся в Израиле в конце сентября. В четверг стало известно о том, что полицейские ранили двух палестинцев, напавших на местного жителя в городе Бейт-Шемеш рядом с Иерусалимом. Нет никаких сомнений в том, что эта волна атак спровоцирована подстрекательством. Подстрекательством со стороны Хамас, подстрекательством со стороны исламистского движения в Израиле. Как мне не жаль это заявлять, подстрекательством со стороны президента палестинской администрации Аббаса. На данный момент абсолютно необходимо положить конец любым подстрекательствам и любому насилию и проложить дорогу возможности к более широкому диалогу. Обоим политикам также предстоит встреча с главой МИД Германии Франком Вальтером Штайнмайером. На повестке дня отношения Израиля и Палестины – ситуация в Сирии и миграционный кризис. Тем временем ликвидированные сегодня палестинцы успели ранить израильтянина на автобусной остановке после того, как попытались проникнуть в автобус, отвозивший детей в школу. Один из нападавших скончался.